Здравствуйте, это Анапа. Сегодня 31 марта 2017 года. И мы сейчас находимся на улице Северной. Ну, здесь вот был когда-то фонтан в виде такого каскада. Видим, сейчас его нету, снесли. Место преобразилось, очистилось. Да. Тут, конечно, грязно. Но, может быть, когда-то руки чистой Анапы, то есть коммунальщиков, организации, учреждения коммунальщиков Анапы, дотянутся до этих мест и берег очистится. Дерево скрипит. Пойдемте дальше. Так, здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа, 31 января. Ой! Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа, 31 марта 2017 года. Мы находимся сейчас на улице Северной и покажем вам эту улицу. А поможет нам в этом нам вот эта вот игрушка. Ваня Яшкина. Как ее зовут? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вам покажем улицу Северную. Здесь плавные реки Анапки, такие замечательные камыши. Ну, начнем, ребята, начнем!
На Северной улице начали высаживать черноплодную рябину. Вот подрастили в питомнике такие замечательные деревья. Вот. А вот в этих лунках будет посажена красноплодная рябина. Они будут чередоваться. Ну, сейчас идут работы по очистке берега. Лягушки квакают. Ну, у нас тоже-то как они будут. Маша, пойдем? Послушаем лягушек. Смотри. Мои подружки лягушки. Один на руку есть. Ясмотка. Смотри, а что же это ясмотки? Я тебе дыши. Мои лягушки-подружки квакают. Выйди, выйди. Ну, пойдем. Ничего себе. Вот оказывается, рябины привезли с Пятигорска. Смотри, здесь.
Привет, друзья! Я Еня. Я тоже гуляю по улице Северной. Вместе с дядей Сашей, Машей и Наташей. Вот такие замечательные огородики здесь устроены. Персик цветет розовыми, а это вот слива. Северная 37. Привет, ребята! Как поживаете? В Анапе хорошо живется? Да. Молодцы, что на рыбалку пошли? Нет, на охоту. На охоту? Мы нашли этого, как его? Лавку. Мы нашли за лавкой. Надеюсь? Я брата укусила. А, ясно. Лавки водятся? Да. Ясно. Даже андатры есть. Ого. А я енот. Ну ладно, пока. Смотрите нас в интернете. Канал Альбатрос. Это улица Пролетарская, наша улица, она хорошо уже всем знакома, по которой мы въезжаем в детский парк. Еня, а Еня, да. У Класси Яшкина такой характер, да? Какой? Ну такой сварливый. Да. Видишь? А я сейчас общался с детишками анапскими. Да. Они пошли ловить ласку. Это такой зверек. Он одного мальчишку укусил. Да, они пошли его вылавливать. Вот такие тут нравы. Ласка — это хищник. Да. Ласковый хищник. Ну ладно, дальше пойдем. Ага. Пошли. А что там снимать? Травку?
пойдем. Тут вот сразу пойдем. Надо снять. Процедуры пойти? Конечно, пошли на процедуры характера. У тебя был кредит. У тебя ловкий характер. Я мечта будет наша. Ну все, переходим, ребята. Бери Машу, я снимаю. Наташа, я снимаю. Ну там, да, я тут сделаю. Я тут какую-то фотку не перекрёл. Ну, видишь, зеленый горит. Да, тут очень неудобный перекресток, одновременно горит и для пешеходов, и для машин, поэтому тут надо быть очень внимательным. Ну все, мы дошли до Крестьянской, Северную мы сняли. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всего доброго, пока!